С вами снова канал Video News, и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. По просьбе наших подписчиков, сегодня наш рассказ будет посвящен так называемому квинтету Стефана, довольно интересной компактной группе галактик, расположенной в направлении созвездия Пегаса. Данная группа была обнаружена и предварительно изучена в 1877 году французским астрономом Эдуардом Жан-Мари Стефаном Марсельской обсерватории. В 1982 году группа вошла в сборник компактных групп, опубликованный Полом Хиггсоном, получив каталогизированное обозначение под номером 92. Что же собой представляет квинтет Стефана? Визуально он состоит из 5 галактик, из которых 4 гравитационно взаимодействуют между собой, а 5-я налагается визуально, находясь на прямой наблюдении. В состав квинтета входят 2 эллиптические галактики – NGC 7317 и NGC 7318A, а также 3 спиральные NGC 7318B, NGC 7319 и NGC 7320. В данный момент 2 галактики из квинтета Стефана сталкиваются друг с другом. При этом спиральная галактика NGC 7318B врезается в галактику NGC 7318A на огромной скорости, исчисляемой миллионами километров в час, образуя мощную межгалактическую ударную волну, большую по размерам даже, чем наш Млечный Путь. Она распространяется по всей среде между галактиками, нагревая часть газа до температур миллионы градусов, что приводит к испусканию мощного потока рентгеновских лучей, обнаруженных недавно при помощи орбитальной радиообсерватории НАСА Чандра. Космический телескоп НАСА Спицер в инфракрасном диапазоне обнаружил в области распространения ударной волны самые бурные процессы образования молекулярного водорода из всех когда-либо встречаемых во Вселенной. Сталкивающиеся галактики окружены яркими молодыми звездными скоплениями голубого цвета и розовыми облаками раскаленного водорода, в которых идет процесс формирования новых звезд. Возраст этих звезд не более 10 миллионов лет, и они еще не освободились от своих оболочек. Чуть на отдалении от галактик справа от них отчетливо видна область, в которой также образуются новые звезды. При измерении красного смещения галактик квинтета Стефана было установлено, что галактика NGC 7320 имеет небольшое его значение примерно в 790 км в секунду. В то же время, как остальные 4 галактики группы имеют значительное красное смещение порядка 6600 км в секунду. Поскольку согласно законам Хаббла галактическое красное смещение пропорционально расстоянию, то казалось, что NGC 7320 не входит в состав компактной группы, а является всего лишь визуальной проекцией переднего плана, находясь на удалении от нас примерно 39 миллионов световых лет, против 210-340 миллионов световых лет других 4 своих собратьев по квинтету. В то же время изучение соседней с квинтетом спиральной галактики с перемычкой NGC 7320C показало аналогичное красное смещение с группой из 4 галактик, а также выявило приливной мост из атомарного водорода, который соединяет ее, вероятно, с галактикой NGC 7319. Таким образом, квинтет Стефана не успел было стать квартетом, снова стал квинтетом, пополнившись новым членом группы. Каждая из 5 галактик квинтета, а также NGC 7320 по-своему интересны различными особенностями и характеристиками. Так скажем, например, спиральная галактика NGC 7319 имеет активное ядро, которое соответствует признакам сразу двух типов сейфертовских галактик. Оно, вероятнее всего, представляет собой сверхмассивную черную дыру, которая отнесена к группе рекордсменов по поглощению газа видимой части Вселенной. Что же ждет квинтет Стефана в далеком будущем? Астрономы предполагают, что примерно через миллиард лет галактики NGC 7318b и NGC 7318a завершат слияние, образовав единую эллиптическую галактику NGC 7318. Которая, еще не завершив своего полного структурного формирования, неизменно столкнется с NGC 7319 и также поглотит ее на протяжении примерно 2 миллиардов лет. Вопросы время поглощения галактик NGC 7320C и NGC 7317
будет зависеть от ряда факторов. Однако, по мнению астрофизиков, этот процесс не должен занять в общей сложности более 5-6 миллиардов лет, начиная с наших дней. Ну а пока канал Video News благодарит вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео и подписывайтесь на наш канал.